Давай на карту пойдем. Посмотрим. Попробуем вот эту за 200 откопать. О, смотри, нормально, да? Вообще хорошо. Так, что же здесь еще такое бы улучшить? Я не знаю. Прям, ну сейчас будет босса здесь выйдет. Ага. И мы что-то откроем с вами. Хорошо. А замок... Дуда плей. Всем привет, дорогие друзья. Вы на канале Дуда Плей. И мы продолжаем играть в игру Grow Castle. Ну что ж, я хотел бы отправиться... Так, улучшим сейчас сразу замок. Опля, смотри, какое интересное дерево выросло, да, сверху? Отправиться и побороться с боссом, вот таким вот зеленым драконом. Посмотрим, у нас, смотри, я добавил, получается, и красненьких добавил, и добавил я синеньких, вот таких вот монстриков. И мы должны, по идее, конечно же, этого дракончика уничтожить. Сейчас посмотрим, ну не знаю, не факт, конечно же. Да, прям у нас силы не хватает, да, нифига, нет, не смогли. Не смогли мы уничтожить его, да? Да. А вот смотри, если я меняю на других героев, на первых, да? Что самое интересное. Так, сейчас мы улучшим здесь. Давай просто-напросто. Что добавим? Добавим мощность наших вызываемых монстров. И сейчас попробуем с этим зеленым драконом сразиться. У нас 19 тысяч монет. Так, давайте посмотрим. А вот эти ребята у меня отвоевывают. Смотри, как интересно, да? Эти сейчас победят дракончика. Смотри. Алло, давайте. Я же это играл, я его побеждал. Так, давайте быстренько ребят. Смотри, здоровье что-то у нас фигачится. Ой, давай. Есть, мы победили, ребята, смотри. Заработали кучу денег. Нифига себе, видишь как? Офигеть. Так, что здесь такое? Денег? Ну, давайте. Fire damage. Ух ты. Хорошо. Это что такое у нас? Ой, не знаю, что-то нажал. Ладненько, смотри, а эти у меня справляются. Прям нормально, молодцы такие у меня, они за деньги. За деньги и за уровни. А, давайте еще раз попробуем. Нет, давай сразу улучшим наших лучников. Так, одного кого-то улучшили, ладненько. Поехали. Еще раз сразимся. Нам нужно прям более уверенно побеждать этого дракона. И тогда наверняка, мы прям, мне кажется, с нашей силой мы даже можем завоевывать другие так называемые карты, другие замки. Вот именно вот этими героями. О, смотри. Победили его и заработали сколько денег? 20... Ух ты, 20 с чем-то тысяч денежек. Хорошо. Спасибо. Ага. Давайте лучника одного улучшим. Так, кто там улучшился, я так и не увидел. Хорошо. Давайте еще раз дракончик этого. О, мне так понравилось этих драконов уничтожать. Давайте. А вот этого черненького, да, попробуем черного. Ну, я не знаю. Ох, нифига. Вот он, смотри, взлетел и прыгает. Ой, какой он мощный. Слушай, его навряд ли мы сможем победить. Вот этого черного, да? Он нас уничтожил. А зеленого мы можем, смотри. Спокойно, причем, алло. Давай. Проверим, сможем мы его завоевать или нет. Но я думаю, мы сможем. У нас, в принципе, геройчики-то прокачанные, слушай, алло. Вот. Так, дракон уменьшается у нас. Давай. Быстренько все на дракона. Все на дракона, мы должны его уничтожить. Ё-моё! Подожди, что такое? Что происходит? Алло. Почему мы проиграли? Мы ж только что сколько играли, мы выигрывали. Давай еще раз. Сразу героев. Проверим. Мы, может быть, не успеваем героев включать сюда? Угу. Наверное. Улучшили мы лучников. Да мы много чего улучшили здесь. Смотри, алло. Мы замок улучшили. Почему? Почему он стал побеждать-то? В смысле? О, все. Погиб. Погиб дракоша, и мы получаем много-много денежек. Хорошо, прям нормально. Так, критический шанс 1,4%. Нам добавили, да? Ага. Прям нормально. Давай еще раз дракона. Так, все. Нам, короче, надо, знаешь, что побеждать, надо быстренько включать всех вот этих вот монстров. Монстриков. Своих. Только-только у нас появится возможность. Мы улучшаем либо стрелы, либо вот таких вот монстриков. Давай быстренько. Дракошка, мы не должны тебе дать победить. Вот, все, он упал. Упал, и мы открыли сундук. А в сундуке еще что-то будет, смотри. Ух ты! Золотое кольцо открыли. Ух ты, прям нормально. А ну посмотрим. Вот у нас все пооткрыло-то, да, здесь? Что у нас тут есть еще интересно? Вот это вот какое-то... Что это такое? Нет, не открыто.
Ага. Ладненько. Так, получается, кто у нас, вот эти вот ребята у нас еще золото добывают, да? Так, а ну-ка откроем мы вот эту серию, вторую. Вот это получается как бы у нас воины. Воины, да? Ага. По-по-по-по-по-по-по-по. Давай на карту пойдем. Посмотрим. Попробуем вот эту за 200 откопать. О, смотри, нормально, да? Вообще хорошо. Так, что же здесь еще такое было улучшить? Я не знаю. Прям, ну сейчас будет босс здесь выйдет. Ага. И мы что-то откроем с вами. Хорошо. А замок мы тут завоевали или нет с вами? Надо сейчас посмотреть, я не помню. Мне кажется, завоевали замок. Надо вот этих вот ребят еще, кстати, улучшить. Там у нас, в принципе, денег достаточно на улучшение. Так что мы их улучшим. Посмотрим, посмотрим. Что да как. О, что-то вас много. Давайте этих ребятушек выпустим. А, вот, смотри. Вот у нас и босс. Босс появился. О, ну он быстренько сдох. Хорошо. Мы открыли... Вот, колесо открыли. Хорошо. Так, давай уже полностью мы максимально раскрутили ману. Видишь, написано. Мана максимальная. Хорошо. Давайте замок улучшим. О, ё-моё, просел наш замок. Опять какая-то фигня вместо замка. Ладно. 76 тысяч у нас только нет. Ну, будем с таким страшненьким замком играть. Ладно, ничего страшного. Лучше, конечно, я лучницу какую-нибудь улучшил. Отправляемся на карту, смотрим, что у нас здесь есть. Вот это тут за 250. 250. Давай попробуем. Давай попробуем отвоевать его. Так. Вот у нас воины идут. Сейчас попробуем, не знаю. Я думаю, мы легко должны этот замок уничтожить. У нас столько монстров. И замораживатели есть. И у нас эти самые чуваки, которые воюют, идут. Сейчас подождем, пока у нас прогрузится. А, мы на одной, потому что давай этот на максимум поставим сейчас. Во, пошли, 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 ребята. Смотри, как замок стал фигачиться. Ой, ну хорошо. Ой, сейчас мы завоюем еще один замок. О, хорошо, как бы. Будем больше денег зарабатывать. Хорошо. Давайте, ребята. Что у нас здесь? Так, давай, добавляем еще вот этих монстров. Лучников. Так, все, пошли, пошли, пошли. Так, здоровье. Здоровье замка уже уменьшается. Уже 50%, представляешь? Нормально. Тут я даже могу ничего не делать, смотри. Они даже до нашего замка не доходят, представляешь? Это хорошо. Сейчас мы всю бригаду свою выпустим. Сейчас, секунду. Вот, пошла вся бригада. Вся бригада пошла, пошла, пошла. Вперед, вперед. Уничтожаем замок. Немножечко осталось, ё-моё. Ладненько, будем тогда. Ух ты, ух ты, ух ты. Подожди, они прям на нас стали нападать. Да почему так-то? Алло. Нам нужно завоевать замок. Я ничего не знаю. Просто нужно завоевать замок. Прям максимально, конечно же, мы сейчас будем всех прокачивать. Давайте бегом, ребята. Нам нужно срочно все-таки победить. О. Все, смотри, все, у них уже замок. Замок скоро разрушится. Вот так. Виктор, победа. Все, занимаем замок. И давайте мы его улучшим. 1330. 1330. А, в смысле, денег нету? Ладно. Итого 10, 9 тысяч. Почти что 10 тысяч мы будем зарабатывать. Неплохо таки. Таки неплохо. Давайте меняем сразу наших ребят. А вот этих? Вот эти у нас зарабатывают все-таки деньги. А, хорошо. Зарабатывают деньги. Хотят деньги зарабатывать, пусть зарабатывают. В принципе, у нас сколько здесь? Вон, 20 тысяч мы, смотри, подняли. Подняли, мы сейчас там улучшим наше поселение. И будем получать больше немножечко денежек. Хорошо. Так, вот этих тоже мы выпускаем, ребят. 45 тысяч уже. Ну, неплохо. Так, лучница. Давай, лучница, работай. Так, а что такое у нас получается? Алло. А, подожди, какой-то герой прибежал. Злодей. Так давайте его пофиксим немножко. С нашим, пускай, героем. Пофигачится. Все, Виктория, победа. Хорошо. Так, а что мы там хотели? Мы хотели пойти на карту и здесь улучшить наше поселение. Так. Ух ты, нифига. Сколько там? 11, 12 уровень, 13. Все, 13 уровень.
1569. А эти тоже все 13 уровня, да? Да. Хорошо. Ну, потихонечку. Мы смотри, сколько отвоевали. У нас сколько поселений? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять поселений. Нормально. Очень даже неплохо. Девять поселений. И нам они приносят 9000. Вот, смотри, чувак идет. Сколько? 9000 или 10? А ну, сейчас посмотрим. 9366. Чуть-чуть до 10 тысяч не дошло. Ладненько. Давайте еще раз сразимся. Поехали. Так, чуваки, давайте бегом вперед. Выходим. Так. И будем здесь сражаться. Сражаться не на смерть. Не на жизнь, а на смерть. Вот эти прям монстрики, большое спасибо, что разработчики их придумали. Прям они мне очень даже таки помогают. Неплохо причем. Сколько у нас получается денежек? Уже 100 тысяч? Неплохо. Хорошо. Так, лучница, давайте получше работаем. Усиленно прям. Старайтесь. Вот, Виктори, победа. Прям замечательно. У нас уже сколько? 120 тысяч, дорогие друзья. 120 тысяч монет. А что будем улучшать? Улучшаем, конечно же, мы, наверное, давайте замок. Вот, хотя бы примерно вот так. Что-то более-менее неплохо. И у нас, смотри, здесь открылась еще одна такая штука, которую мы можем что-то здесь поставить. Чего, реально? Так, дерево. А дерево нам добавляет на 30 секунд дополнительно 50% опыта улучшения. Дерево, понятно. Замораживающий. Ваши монстры замораживают на 3 секунды лучше, типа, да? Так, дальше. Блессинг. Значит, репеллинг за качество 25% HP и мана. Ага, это хорошая штука. Давайте поставим ее. А, нет чего-то там. Чего-то там нет. А вот это золото, смотри, на 30% золота, давай. Так, not an option. Чего там? Контракт. А, босса какого-то надо убить. Ё-моё. Ладненько, ждем тогда кого-нибудь. Может быть, вот этих чуваков мы отправим добывать не золото, а добывать, допустим, пускай добывают темный кристалл. Чего, почему нет? Пускай 50% темного кристалла добывают, 50% золота. Мне этот кристалл, черный кристалл все равно пригодится, потому что я тут много чего смогу купить. Вот костюм, шоп. Ух ты, почему мы его до сих пор не купили? А маркет, почему мы до сих пор не купили? 200 тысяч всего лишь стоит, это немного. Мы зарабатываем достаточно таки неплохо. Ну что ж, дорогие друзья, будем тогда открывать в следующем серии, это раскручивать, все увеличивать. Ну а ты пиши в комментарии, что ты хочешь, что лучше, конечно же, раскручивать, что как ты раскручиваешь эту игрушечку, да, улучшаешь. Ну что ж, всем пока-пока, до новых встреч.